В 2009 году в Самарской городской клинической поликлинике номер 15 открылся детский центр здоровья. С 2013 года он начал функционировать как семейный. Ежегодно в центре проходят обследования более 8 тысяч детей, подростков и взрослых. Организуются семейные дни, куда приглашаются целые семьи для обследования. Светлана Хмелева приводит сына Тимофея на процедуру несколько раз в неделю. Пузырьки в джакузи мальчику определенно по душе, но кроме хорошего настроения, они приносят большую пользу для развития. Мы сюда попали, потому что у нас задержка речевого развития. Нас направил невропатолог из поликлиники. Вот. Процедуру мы проходим Милту на шейный отдел, получается джакузи, и делаем укол. Тимоше нравится все, конечно, но кроме укола. Мы начали говорить больше слов и, по крайней мере, четче. А мы говорим много, но, скажем, непонятно. Бегом-бегом и ничего не поймем. А сейчас уже получше стало. Водные процедуры очень полезны, утверждают медицинские специалисты. В этой сухой ванной, например, мышцы позвоночника у малыша расслабляются, а кровь наполняется кислородом. За 10 процедур можно значительно улучшить здоровье ребенка. Эта процедура называется сухая иммерсия. Мы ее проводим детям в возрасте первого года жизни, в основном до 6 месяцев. Особенность этой процедуры заключается в том, что плотный полиэтилен кладется и фиксируется на поверхности ванны. В ванну наливается вода температурой 37 градусов. Кладется ребенок на спинку. Он, во-первых, идет имитация безвоздушного пространства и положения ребенка в утробе матери. Это первое его действие. А второе действие за счет повышенной температуры, потому что у детей такая же температура, как и у всех, обычная 36,6, происходит расширение сосудов, которые расположены вдоль позвоночника, и за счет этого улучшение кровоснабжения, причем кислородом обогащенным, вернее, кровью обогащенным кислородом всех внутренних органов. И профилактика заболеваний всех внутренних органов, но в основном центральной нервной системы. Перечень медицинских услуг в семейном центре здоровья весьма широк. Педиатры и терапевты проводят оценку состояния здоровья, выявляют факторы риска социально значимых заболеваний, дают рекомендации по здоровому образу жизни. Здесь трудятся только высококвалифицированные специалисты, применяют лечебную физкультуру. Молодец! Давай крутимся и в другую сторону. Не вставай, крутись, крутись. И массаж, который помогает справляться с недугами. Я делаю массаж грудной клетки. Мальчик у нас лечится в дневном стационаре с бронхитом. Массаж оказывает, в общем-то, в первую очередь дренажные действия. Нужно ребеночка разогреть и хорошо отстучать, чтобы улучшить отхождение мокроты. Это делается в области грудной клетки, сзади и спереди. В семейном центре проводится обследование по множеству направлений. Для жителей Самарской области прохождение обследования бесплатно. Пациенты могут сдать кровь, посетить педиатра и стоматологический кабинет, где доктор наглядно покажет и расскажет, как правильно чистить зубы. Современное оборудование позволяет выявить бронхолегочную патологию. Для пациентов с избыточной массой тела проводится анализ, который позволяет определить белково-водно-липидный обмен для выявления факторов риска и метаболических нарушений. В центре здоровья проводится скрининговое обследование. Это проводится обследование на аппаратно-программном комплексе «Здоровье-экспресс», где мы можем проводить обследование физического развития ребенка и состояния здоровья. Также определяется функция сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре, где мы осматриваем в процентном соотношении сердечную мышцу. Вот смотрите, у нас там контрольная лампочка зеленая. Значит, ты должен нажимать на зеленую кнопку. Лампочка загорелась, как можно быстрее нажимаешь на зеленую кнопку. Понял? Держи. Проверить здоровье можно не только в стенах больницы. Семейный центр часто выезжает в техникумы, детские сады и школы. Также в детском отделении имеется большой комплекс реабилитационных процедур и мероприятий, которые рекомендуются после обследования в центре здоровья. Многие пациенты здесь уже не в первый раз. Специалисты центра контролируют их состояние и следят за положительной динамикой выздоровления. Комплексное обследование можно пройти по предварительной записи по телефону 951-2209. Для жителей Самары и Самарской области обследование проводится бесплатно.